3,5 килограммов, и я с удовольствием представляю спортсменам красного ринга. Боец дюшо ринга Назар Колесник, самый молодой боец ринга. Кандидат мастера спорта Украины, уже чемпион Украины по тайландскому боксу среди юниоров, обладатель Кубка консула Королевства Таиланд в Украине, многократный чемпион города Киева по тайскому боксу, чемпион города Киева по кикбоксингу в разделе K1. Бою спортсмена готовили старший тренер Руслан Мышко. Сегодня команды Владимир Шпаченко. Красного ринга боец дюшо ринг Назар Колесник. Второй раунд.
И я представляю бойцов синего ринга. Синего ринга готовится к продолжению поединка боец спортивного клуба «Надежда» Сергей Мищенко. У Сергея первый спортивный разряд. Сергей многократный призер чемпионата города Киева по кикбоксингу в разделе K1. Секундирует спортсмену старший тренер Владимир Калюжный, тренер-секундант Дмитрий Федоренко. Партнеры клуба – медицинский центр «ДАВ», фирма «КИТ».
судей. Победу одержал боец Гдюшарик Назар!